Хейо, гейс, с вами Шумяки, и сегодня поиграем в игру, которая называется Bendy and Ink Machines, либо Bendy и чернильная машина. Тут есть какая-то история. История не в ту сторону. Оно не надо. Поэтому нажимаем начать. Первый сейф. Тут выбор главы есть. Сколько их тут всего? 5 глав. Ну, давайте... Так, бэк. Новая игра. Dear Henry. Дорогой Хенри. Что-то нравится жизнь в работе. 30 лет. Это, как я понял, говорится про человека, который здесь работает. Который проработал 30 лет. И ты должен вернуться в здание, посетить старый воркшоп, старый механизм. Я нуждаюсь в тебе. Твой лучший рабочий Джоу Дрилл. Типа того. Я не знаю, насколько оно будет длинное, поэтому давайте попытаемся. Глава, серия. Глава первая. Движусь к картинке. All right, Joey. Итак, Джоуи, я здесь. Посмотрим, получится ли найти то, что ты хотел мне показать. Но выйти ли, раскрыть секрет Джоуи, подскажет. Так, что у нас по опциям? Ладно, сейчас я настрою, подождите. Окей, более-менее я все настроил. Вы от. Да, некоторые здесь, походу, не очень работают. Можешь прицел убрать? А ну-ка. Так, зернистость. Подожди, где здесь прицел был? Прицел. Так, подсказки, обыскать мастерскую. Кажется, они снесли несколько стен после того, как я ушел. Похоже, им потребовалось несколько часов человек, чтобы все это сделать. Окей. Work hard, work happy. Работать сложно, работать весело. Настройки. Так, та-та-та-та-та. Выключить. Свечение окружающей окуляции. Что такое окуляция? Ладно. Пускай будет окуляция это. Не знаю, что она дает. Now. А вот и мой старый стол. Сколько времени я потерял с этим стулом? Giant Dream Studios. Самое странное то, что здесь все еще работает. Все это.
Так, ладненько, давайте дальше исследовать эту местность. Dream come try. Мечты становятся реальностью. Подожди, а это было здесь? Театр, инк-машина, брик-рум. Чернильная машина прямо. Так, Ink White Shorts. Escape. This lift could use a few. Этот лифт не помешал бы несколько ремонт взаимодействовать. Подожди, а где еще возьму один? Ага. Let's see what you're hiding down. Только посмотрим, что ты прячешь там внизу, мой дорогой друг. Так, новая цель, чернильную, покажи машину. Включить. Ну, конечно, здесь кривой перевод, но какой-никакой. А как я ее включу, вопрос. Так, подожди, тут есть где-то кнопочка. Ага, выпрыгнуть я не могу. Так, с одной стороны, мне предлагают вниз пойти. Always on time. Как я понимаю, это сохранение было. Так, ну давайте сюда. Не зря же мне открыли проход, и налево сходим. Да, он тут все открывается. Я не знаю, короче, нужно ли это брать, но мне кажется, это типа ХПшки возможно. Голос Уилла Фрэнка. Ох, манать он маленький. На данный момент я не понимаю, какой план Джоу для этой компании. Анимации больше не создают вовремя. И я действительно не понимаю, зачем нам эта машина. Это шумно, неприятно. И кому нужно так много чернил в любом случае? Кроме того, только представить Джоуи попросит каждый из нас пожертвовать что-то с наших рабочих мест. Мы поместим наши вещи на эти маленькие пьедесталы. Так, где оно? Мы поместим наши вещи на эти маленькие пьедесталы в комнате отдыха, для того, чтобы задобрить богов, говорит Джоуи. Продолжайте в том же духе. Я думаю, что он сошел с ума, но ей он не выписывал чеки. Ну вот что я сам скажу, если еще одна труба лопнет, я свалю отсюда. Короче, это, скорее всего, рабочее этого места. Но двери нужно проверять, потому что некоторые все-таки открываются.
Да, здесь давно никто не был. Чернильная это... натуре. Ну ладно, давайте я уже проклацаю все. Если уже сюда пришел. А, оно не включается. Значит, я сюда еще рано пришел. Так, буст. Да, пойдем сохранимся, посмотрим, что будет, потом дальше разберемся. Another day, another dollar. Новый день, новый доллар. До хера еды. А, так мне сюда пока что не попасть. Сойдет. Ну игра, слушайте, графически довольно прикольно сделано. Типа все нарисовано карандашом, все в стиле комиксов. Это знаете, как в CS 1.6 был уровень с секретом, там где типа комната сделана из, ну, типа карандаша. Так, подожди, теперь ты открой. I will set free. Я свободный, либо бесплатный. Он освободился. Так, присаживаться ничего такого я не могу. Пускай музыка лучше играет. Так, ну, инк. Чернила. Ну, вниз я по-любому спуститься пока что не могу. Постоянно звуки перелистывания страниц. Страшно. А вот это уже страшно. Отлично. А как заставить это работать? Ну, здесь нужна кукла, музыка, чернила, шестерня, ключ, книга. Низкое давление. Плюс низкое давление. Ха-ха-ха, как же кто это сюда положил? Быстрее поставил, приятель. Да, хоррор-элементы пошли в дело. Ну, тут мультяшное все из-за... О, боже мой. Джой, чем ты тут занимался? Who language now? Кто теперь следующий? Ну, в его теле ключ. Тогда, я думаю, начну с последней комнаты. Хэппи! Все разъебано, хэппи!
Так, игрушку мы видели здесь. Почему я давление не мог поднять? Ну ладно. Может быть, это к лучшему. Может быть, это к лучшему. Но пока что все довольно спокойно. Да, есть и жуткие моменты уже, но... Подожди, а где музыкальная комната? Типа мне нужно вообще еще само назад вернуться. А выход я могу вернуться, интересно? Окей. Выход закрыт. Заперто. Книга, которая мне необходима. Возможно, мне нужно взять ключ. Либо найти какое-то оружие, чтобы открыть. Ладно, погнали. И тогда быстренько к Собакевичу. Мне все равно по-любому сюда идти. Жуткое место. Ага, эта херня пропала. Низкое давление. То есть мне потом нужно будет еще обратно идти, чтобы подрубить давление. Но он все еще сидит. Сохранюсь. Шестерню я помню, где я видел. Но тут я по-любому, да, не пройду. А, вот где книга есть. Так, шестерню мы видели, когда коробку открывали с батареей. А, туда же есть значки, где что находится. Так, музыка больше не врубается. Ладненько. Ладно, лучше пускай работает. А что я еще не нашел? Я еще два предмета не нашел. Еще два предмета. А не, мне еще чернила надо найти, где, которая банка лежит с названием чернила.
Точно. Вот. Нет? Странно. Тогда очень странно. А где могу чернила найти? Банку с чернилами. Может, у меня на рабочем месте? Мне кажется, здесь все должно быть в одном месте. То есть здесь, в этой территории. Хотя здесь мы кассету нашли. Тогда фиг и знает. Так, вот наше рабочее место. Ага. Okay, хорошо, это все. Почему на чернилах значок еды? Интересно. Я бы такой, чтобы выход заработал. Так, он все еще здесь. Теперь мне просто надо как-то заставить чернила течь. Где-то здесь должен быть выключатель, а потом я смогу включить основное питание. Так, мне нужно, короче, подать питание, да? Ладно, он все еще стоит. Ну, я знаю, куда мне идти, но... Блин, так просто не выпрыгнуть. Короче, прямо и налево. До конца. И до конца. О, блядь! Ха-ха. Ха-ха. Ага, теперь здесь все засрато чернилами. Прикольно. Все-таки трубы прорвало. Ладно, надо бежать. Так, по идее, запустилась машина. Или
Или лучше сохраниться? Ладно, там дверь все равно закрылась. Фух, ты ж ё-моё! Ага. Ага. Давайте на этом, я думаю, закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.